Один думал, что еще можно, а другой, что уже пора. Автобус и трамвай столкнулись на пересечении улицы Адаратского и проспекта Имашева. Авария с участием общественного транспорта произошла из-за того, что участники аварии не разобрались с очередностью проезда оживленного перекрестка. Мнение сторон в материале Анны Городновой. В момент столкновения в салонах обоих транспортных средств находились десятки пассажиров. Несмотря на удар, никто из людей не пострадал. По предварительной версии, вагон снес автобус, когда тот поворачивал налево с улицы Адаратского на проспект Емашева. Да, я завершал маневр, у него тут обзора нету. Вот у него не видно же, вот эта подземка же есть. Угу. Я на моргающий выезжаю, на перекрестке желтый оказался. Я уже маневр. Это как бы заканчиваю, а он резко отсюда разгон, они же резко как бы набирают, обзора у него нет. И меня задняя часть прислала. Водитель трамвая также не считал себя неправым. Вагоновожатый был уверен, что не нарушал правил дорожного движения. Я увидел, вот зеленый загорелся, и я поехал, все. Учитывая, что оба участника ДТП настаивали на своей правоте, с высокой вероятностью им предстоит разбор в автоинспекции. Возможно, большую роль в определении виновника сыграет съемка с видеорегистратора. Одному из водителей придется оплачивать не только ремонт, но и простой трамваев. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.